одно из самых главных, базовых и, что называется, first choice именований монахинь в Древней Ирландии, это, конечно же, слово «калих», которое традиционно, то есть чем, собственно, примизируется статья, которую я разбирала, переводится в том же самом деле одним из трех способов. Либо это монахиня, well-woman, покрытая женщина именно в религиозном смысле, или это вот такая пожилая женщина-домоправительница, домохозяйка, в общем, ну, мне кажется, самый близкий неирландский синоним такой, в смысле амплуа, здесь будет экономка из аббатства Даунтон. Кто-то вот старуха-корга-ведьма и старуха, в смысле, именно сверхъестественное существо. Ну, тут здесь, опять же, там, привет, немножко познятка 19-вечной шотландской демонологии, Кайлих Дерри, и вот это вот все, это получается в ту же степь. И... Но, собственно, если посмотреть на как раз вот древнеирландские и среднеирландские источники, то получается, что слово «калих», во-первых, оно переводится не совсем так, точнее, совсем не только так, а во-вторых, существует еще много прекрасных синонимов, с помощью которых можно описать различные категории женщин, пребывающих в церкви, в том числе и женщин, которые при этом уже совершенно не являются мирянками. И, собственно, сама этимология слова «калих», она происходит от ирландского «кали», которое, в свою очередь, происходит от латинского «палюм», то есть, опять же, покрывало, вуаль, в каком-то смысле похоже действительно деталь монашеского хобита, и здесь, казалось бы, этимологическая связь, она совершенно прозрачная. Но если мы, опять же, посмотрим на источники, то мы увидим, что там есть достаточное количество вхождений, когда именно с покрытой головой ходят не только женщины, принимающие постриг или отправляющиеся в монастырь, но и вполне себе мирянки, которые просто ходят с покрытой головой в качестве демонстрации своего замужнего статуса. То есть это универсально достаточно распространенное, и Древнюю Ирландию она не обходит стороной. Пример, которого не было в статье, но который просто мне сразу всплывает на ум, это Ален пурпурной вуали из «Разговора стариков», которая дочка Бодва Алова и у которой роман с Артом Королем Конанским, который еще потом вместе со всей ее свитой крестит Святой Патрик. Вот она прямо описывается, что главные детали ее наряда, собственно, откуда у нее этот никнейм, это пурпурная вуаль, которая покрыта ее голова. Ну, возможно, из этого, кстати говоря, можно следовать, что Арт был не первым ее супругом. Собственно, женщины в христианской Ирландии, они делились на те же три разряда, примерно на те же три разряда, что и, собственно, клирики мужского пола, о чем мы говорили, вот Нина Юрьевна рассказывала, если я ничего не путаю, в прошлый раз, о том, что как бы первая категория, которая пользуется наибольшим уважением, это Virgines и Continentes, то есть либо те, кто сохранил свою девственность, либо те, кто воздерживается, в том числе так называемые святые вдовы, когда человек был замужем, но дает обет хранить невинность после того, как муж этой женщины погибает. Но она уже больше не вступает ни в какие романтические, брачные и прочие отношения. А вторая категория – это penitentes, то есть люди, которые были как-то романтически и брачно активны, но впоследствии покаялись, изменились к лучшему и начали вести целомудренную жизнь, несмотря на то, что ну вот, у них вот было некое прошлое и, как мы видим чуть позже, возможно, даже очень бурное. И, наконец, категория людей, состоящих законом браке, in matrimonio legitima. То есть здесь это, в принципе, совершенно совпадает с современной католической социальной теорией в том, что касается вопросов брачного союза, целомудрия и гендера, то есть чтобы служить церкви, чтобы считаться праведным христианином, вовсе не обязательно давать обет безбрачия, будь то в клире или будь то в миру, и нахождение в законном браке – это тоже вид христианского служения, это тоже форма целомудрия, не такая, как полное целомудрие, но тем не менее. То есть здесь, на самом деле, католическая доктрина не очень сильно изменилась с 7 века. И калих, как покрытая женщина, оно достаточно часто употребляется в значении как жена или супруга, когда при этом, собственно, в сюжете нет вообще никакой речи ни о каком-то, ни о каких-то церковных практиках, ни о том, что кто-либо из супругов поступает в ряды клира, нет, это просто синоним для жены. И здесь вот я выписала тексты, в которых приводятся подобные примеры, где калих употребляется именно как жена, например, песни дома Бухита, «Эснагатеги Бухит», когда 12 сыновей Кахера Мора являются к этому самому Бухиту в дом, устраивают там всевозможные безобразия, и после того, как Кахер Мор говорит, что ну я ничего не могу с ними поделать, они совсем отбились от рук, я вообще с ними спорить боюсь, так что, ну не знаю, ты как-нибудь не обижайся, как-нибудь сам, никакой компенсации сделать не могу, и выйти из дома тоже не могу,
собственно, бухет со своей приемной дочерью Этна, которая впоследствии будет женой уже Кормака Маккарти, насколько я помню, он покидает свой дом вместе со своими домочадцами и своей женой. И вот жена в этом тексте, она называется именно Калих. Еще одна скела из королевского цикла, это скела Кана Мэггартнэн. Она тоже, там есть схождение слова Калих именно в значении жена. Что касается трактата Дерет Арихта, это юридический трактат о залогах и гарантиях, там тоже Калих упоминается как жена. Ну и, наконец, в книге гимнов, в житии Кукульне, гимн авторства, которое приписывается Адамнану, а Кукульне, собственно говоря, это монах из аббатства Алены, который приложил руку, в том числе, к составлению, если я верно помню, коллекции канонов Хипернэнсис и многим богослужебным текстам. Собственно, Калих, как невеста Христова, здесь это значение, оно происходит из первого, и это, в принципе, не только ирландская штука, как я понимаю, потому что вот само понятие невесты Христовой и жены Христовой, это, в принципе, такая католическая классическая образность. Ну, опять же, в качестве жены Христовой это вот такой вот кеннинг для церкви в целом. Ну и монахини как невеста Христова, это такое даже не общеевропейское, а в принципе общехристианское место. И вот на это у нас есть как минимум два хождения. Во-первых, гимн к Святой Бригитте, когда упоминается, что вот две таких Калих есть на небесах. Ну и в текстах первого синода Святого Патрика тоже это вот в таком значении упоминается, когда речь идет именно о монахинях, именно о женщинах, которые не теряли свою невинность и посвятили себя полностью Богу. Вместо того, чтобы посвятить себя супругу и служить через супружество, они посвятили себя исключительно Господу. Так, сейчас я промотаю, ну, немножечко зависло. Вот. Это, в сущности, это уже супруга на другом. Ну, да, но по сути дела, да, это все равно супруга просто, ну, не здесь. А Нина Юрьевна писала об этом эпизоде, и об этом эпизоде еще кто-то писал. Про то, что помните, как Патрик их крестил, дочерей, я забыла, какого короля? Лагайра. Да, и они решили, что идет речь о браке, и были очень рады. И так, когда он сказал, что только в смерти вы встретите своего жениха, они радостно умерли. Вот. Собственно, следующий момент – это Калих как синоним для Калих Адыге. То есть, ну, дословно покаявшаяся жена, но покаявшаяся не в смысле горестно кающий за страшные грехи, а тут скорее покаяние именно как значение духовного исцеления, как значение перемены к лучшему. То есть, когда человек вел какую-то сексуально активную жизнь, или состоял в браке, или состоял в каких-то иных отношениях, при этом это вовсе не означает, там, как в случае кукурные, какой-то особенно страшный разврат, по поводу которого нужно специально каяться, и отказ от которого знаменует просто глубочайшие духовные перемены. Нет, это вполне, может быть, нормальная, приличная светская жизнь, но человек отказывается от нее ради целомудрия и ради жизни, собственно, духовной. И здесь достаточно много вхождений такого рода и в коллекции Canonum Hipernensis, и в Пенитенциарии Финиана. И вот еще один правовой трактат Брефиум Фулиум Агельнум, опять посвящен залогам, гарантиям, и всевозможным, как бы, по-английски это будет pledges, вот русское юридическое слово я не могу вспомнить, честно говоря, но, в общем, тоже всякие гарантийные меры и залоги. А также, конечно, вот в чисто церковных текстах, в лориках, в летании к Иисусу, там употребляется или калих ареге, или разнообразные синонимы. И один из основных синонимов – это клиентелла, которая, ну, имеет весьма отдаленное отношение к римской клиентеле. Клиентелла – это, скажем так, компаньон, спутник, сожитель. Это такие случаи, когда люди состояли в браке, затем они, люди, состоящие, которые состояли в браке, но решили либо один из них, либо оба обратиться, так сказать, к жизни духовной и принять обет целомудрия. При этом, ну, понятное дело, что кроме сексуальных романтических отношений есть еще человеческие отношения, есть, возможно, к этому моменту уже дети даже много, и как-то брать и удаляться в монастырь в полный затвор, это как-то немножко бессердечно может показаться, поэтому очень многие просто продолжали жить со своими экс-супругами, ну, в братских-дружеских отношениях, как брат с сестрой. И на эту тему есть вот как раз вот клаузула, вот насколько помню, в Бехе и в Имфуле Магел, на тему того, что если клирик продолжает жить вот именно в таких вот братских, целомудренных отношениях со своей экс-женой, которая как раз-то будет вот та самая клиентелла,
но в какой-то момент его перемыкает, и они снова вступают именно в романтические отношения, то он будет, в общем-то, за это отвечать и платить штрафы, и терпеть всякие разные поражения по пенитенциарию и так далее, точно так же, как если бы это была, ну, совершенно незнакомая ему девушка, с которой не было истории предыдущих отношений. Потому что так или иначе возобновляете отношения и вступая в романтическую связь со своей клиентелой, он так или иначе нарушает данный обет. И совершенно неважно, жили ли они там до этого друг с другом 20 лет, было ли им 20 детей, это уже ничего не меняет. Синоним Алистер, он более-менее соответствует Калих Арике, потому что Алистер дословно это пилигрим. И в данном случае, конечно, тут пилигрим и пилгримач – это отсылка, как мне показалось, скорее вот именно на духовный путь, потому что когда человек он приносит это покаяние и выбирает вот дальнейший путь целомудрия, это все-таки какая-то внутренняя дорога, внутренняя работа, это, так сказать, определенное развитие персонажа, которое, ну, может быть, в каком-то смысле действительно описано как паломничество. Маша, вот. Можно я вас перебью? Я была оппонентом у диссертации, Нина Юрьевна тоже, наверное, знает, Прокофьева, помните такой он был? Да, помню, конечно. У него была огромная работа, куда делся теперь этот человек, я не знаю, у него очень интересные, хорошие были достижения, так сказать, и он показывает, что паломничество и вот это Алистер, мы понимаем сейчас неправильно, то есть мы понимаем паломничество как посещение какого-то святого места, которое себя уже зарекомендовало как святое. Он же показывает, что в ранних текстах это означало уход откуда-то и блуждание, и человек, блуждая, берет на себя действительно какое-то искупление. Получается, я правильно поняла. Очень правильно, да. Да. Вот. Следующее слово уидуа, ну, тут как бы прям по созвучию понятно, что это тут уже какие-то германские корни, латинские корни к англо-германским параллелям, потому что уидуа, это действительно вдова. Uh-huh. Равно как и феф, ну, это ирландское слово, там как бы, собственно, ирландское слово про то же самое, для таких случаев, когда женщина была замужем, прожила какую-то супружескую жизнь, впоследствии ее супруг погибает, и она приносит обет целомудрия и продолжает свою жизнь именно как такая целомудренная вдова, которая больше не вступает ни в какие отношения, но при этом она вовсе не обязательно будет, например, становиться монахиней. Она может быть просто вдовой, которая хранит верность памяти своего погибшего мужа и больше ни в какие взаимоотношения романтически не вступает. И это тоже с точки зрения древнеирландского церковного законодательства, вообще древнеирландского христианского общества, прям вот очень полезно и хорошо. Несмотря на то, что здесь нужно отметить, что с целибатом вообще в Древней Ирландии было как-то традиционно очень-не очень, и есть у нас куча примеров о женатых клириках, у которых рождаются дети, которые, значит, дети продолжают духовную карьеру по наследству, и, собственно, насколько я помню, попытки вводить целибат, какие-то очень проблемные, не очень удачные, они пошли вот только с 11 века, массово прямо у 12-го святого Малахи, который приехал в Ирландию после Клерго, посмотрел вот на это вот все и сказал, что ему все это очень не нравится, и давайте как-то унифицироваться и делать все жестче. А до этого, собственно, женатый клирик, это вполне себе норма. Ну, правда, рекомендовалось иметь одну жену, а не целый там комплект жены или там не жену, плюс еще какое-то количество сожительниц, как тот же самый святой Кукужный до того, как он стал святым, но, тем не менее, вот священник с одной женой, даже епископ с одной женой, это, ну, плюс-минус нормально. Такое ничего экзотического в этом для того времени, для того места, как я поняла, нет. И, наконец, то значение, которое у нас сейчас считается основным, особенно во всяких текстах New Age толка, где там Калих просто уже как имя собственное даже идет, это Калих как старуха, карга, ведьма и такая старуха как сверхъестественное существо, скажем, такой демонологический персонаж в облике старухи. Первый раз у нас встречается в ирландоязычных библейских глоссах к посланию святого Павла к Титу. Там ничего сверхъестественного нет, там просто есть поучение, что как бы старые пожилые женщины должны вести себя прилично, не злоупотреблять горячительными напитками, а наоборот учить молодежь хорошо относиться друг к другу, любить своих мужей, любить своих детей, ну и вообще как-то воодушевлять своим примером, а не наоборот. И ирландский глоссатор, он вот именно
Муллер, по-моему, там латинское слово, он это переводит на ирландский в голосе как калих. То есть тут она с калих, как пожилая женщина. А вот это вот элемент сверхъестественности калих именно как вот такой вот демонологический персонаж в облике так, старухи, такая макбетовская карга, которая сидит на вересковой пустоши и привлекает, это у нас появляется в Уловском цикле, когда Морриган, первое, значит, тело, это исцеление Морриган, когда Морриган является Кукулину, именно, собственно, вот в облике, Кукулину, пардон, у меня плохо с ударениями, в облике этой самой старухи. Ну и когда описывается битва при Маград, Морриган, она летает над битвой тоже в облике ногой старухи, которая, ну, в общем, достаточно пугает своим видом. Но и в статье, и как бы мне всегда казалось тоже, я была очень рада, когда вот то, что мне всегда казалось, оказалось, что не казалось, что вот эти вот именно вхождение Келлих как старухи, этот сам образ естественной старухи, он, конечно, существует, но он немножко переводчиками и редакторами очень сильно преувеличен, и на самом деле его там не так много, как калих, именно как просто калих, как женщина под вуалью, женщина с покрывалом на голове, замужняя женщина в разных ипостасях и в прямом переносном смысле, в разном смысле. И, собственно, калих как домоправительница у нас встречается в глоссарии Кормака, и здесь это явно производное тоже от возраста. Ну, потому что логично, что женщина, которая состоит замужем, она как минимум достигла совершеннолетия, а если она к тому же еще и вдова, то, возможно, она уже пережила и своего мужа, ее дети давно уже выросли, она обладает неким опытом, она такая хозяйка дома, но, естественно, она будет там разбираться и управлять. То есть, естественно, что такой образ домоправительницы, дома распорядительства главный, он будет совпадать с образом некой дамы более-менее в годах. И вот тут у нас в глоссарии Кормака в одной из глосс тоже вот в таком смысле вылезает калик. Но, опять же, это случается не так часто, как могло бы показаться по прежде принятым переводам. Вот, и вот, я хотела тут немножко еще порассказывать всяких, пока я готовилась к докладу вчера, мне пришло очень много всяких параллельных смешных историй, ну, про святого Патрика, Энгуса. Я перебью, я нашла, вот у меня Кормак есть, ксерокопия. Глоссарий, там я подозреваю, что он спутал одно или два эль, потому что есть слово кали, которое не имеет этимологии, это значит служанка какую-то. И мы имеем в современном ирландском языке слово калин, девочка-девушка, которая возникла довольно поздно. Это очень интересный семантический рекурсивный переход, когда не от девочка получается служанка, а наоборот от служанки девочка, а мальчик у них получился из пастушка, как мы знаем. Но что такое калия? В данном случае по тексту это скорее действительно имеется в виду служанка. Я подозреваю, что Кормак не узнал это, не опознал это слово. И считал, что это Каля, которая вот она, прислуга, служанка в доме. Правительница, действительно. Вот, вот так, тогда получается, мне кажется, еще забавнее, просто как вот в знаменитом анекдоте про celebrate и celibate. Одна человеческая ошибка, а сколько всего непонятного из нее произошло потом. Ну, то есть совершенно два значения, да, слова получается? Нет, это получается. Нет, у слова калих много разных значений, как Наша же сказала, не два, да, неправильно я выразилась. Да. Вот, точнее, у двух разных слов, получается, перемешалось. Перемешались значения, это паронимическая аттракция называется. Да. Угу. Вот, ну и, собственно, еще вот примеры, которые за рамками статьи, немножечко контекста по поводу, в принципе, женщин в кельтской церкви, что вот этот образ раннесредневековой и средневековой Ирландии как такого матриархального царства, полного равенства всех прав, он все-таки несколько ошибочен, даже не несколько, а очень даже ошибочен, потому что, несмотря на то, что, ну, женщина, она человек, у нее есть права, у нее есть цена чести, которую можно оставить, все-таки, если мы посмотрим на тексты, то у нас, конечно, присутствуют женщины-сакральные специалисты, и женщины-друиды, и женщины-поэты, и даже есть, вот, Татьяна Андреевна писала и нам рассказывала про женскую магию специфическую, которой нужно там специально защищаться лориками. Но все-таки, если говорить про вообще
роль женщины в церкви, как мне показалось, это скорее отчасти производная от роли женщины в светском мире. То есть как вот были бандруиды, банфили, то, собственно, почему не могут быть и те же самые бан именно, так сказать, от мира церковного. Но, опять же, это покрытость головы, этот термин калих, он универсален не только для христианского пространства, потому что, опять же, если вспоминать текст, где у нас появляются персонажи-язычники, то в том же самом разговоре стариков, вот, несмотря на то, что это 12 век, уже глубоко христианский текст, Айлин, которая появляется в этой самой вуале, она же язычница, и, собственно, весь сюжет этой маленькой вставной скелы заключается в том, что Патрик ей объясняет, в чем состоит настоящий правильный христианский брак, и как он вообще совершается, как делать можно, как делать нельзя, и, в конце концов, он ее крестит. Ну, примерно в таком же формате, как вот здесь в житии святой Бригитты. Ну, я вообще креститься не хотел, но если прям очень надо и ради тебя, то можно. Ну, и у Айлин происходит точно так же, что она вообще креститься не планировала, но если так надо, чтобы выйти замуж, да и святой Патрик человек приятный, в общем, то, ну, как бы если надо, то без проблем, а заодно можно крестить и всю ее свиту, ну, раз они все равно сюда пришли. И она еще до крещения, еще никак не являясь частью церкви, она уже калих, она уже ходит с покрытой головой. А что касается примера про калих именно как невеста Христова, то это, опять же, воспитание дам двух чаш, что как бы первое здесь не приходит на ум, как раз тоже история про то, как Эйтне, когда в конце она умирает от вот этого самоналоженного проклятия, от этого поста, у нее есть, в принципе, выбор этого не делать, и святой Патрик очень молится за то, чтобы она выжила, но она добровольно выражает желание, что она хочет умереть и увидеться, наконец, со своим Христом, как своим мистическим женихом. И она умирает и возносится в рай, и ее желание исполняется. То есть тут это тоже очень похоже на дочерей короля Лагайры, которые решили, что, ну, раз так, значит так, значит хорошо бы скорее умереть и поскорее увидеться со Спасителем, как именно с мистическим супругом. Вот, и у меня, наверное, все. Ой, я даже уложилась. Маш, спасибо, а вы можете название статьи дать? У вас оно есть в презентации? Так, презентацию все-таки забыла ее написать, но название статьи, собственно, это Мари Недонаха. Так, сейчас я титульник открою, чтобы точно ничего не перепутать. Так. Калих и иные термины для покрытых женщин в средневековых ирландских текстах. Калих and other terms for veiled women in medieval Irish texts. Где это? Я хотела добавить быстренько вот про этих новых фольклорных старух. Я делала доклад же тоже про статье про старух, которые обращались в зайцев. Вот там они тоже калих, конечно, эти ведьмы, которые превращались в космогонических зайцев. Uh-huh. Забавная статья. Uh-huh. Но там это поздние фольклорные сюжеты, конечно, как Маша правильно сказала. А как называется, например, разрушение дома Додерга, вот эта вот старуха, которую они встречают в лесу? То есть не в разрушении, а в Иохайда Магмедона. Наверное, как Банскал или что-нибудь иначе. Те старухи, которых встречает Кухулин, по-моему, они калихи называются тоже, которые ему дают мясо собаки. Ну, мне кажется, что тут калих это все-таки идет не столько как маркер криминальности и иномирности персонажа, сколько как маркер возраста. Потому что, ну, по логике, если женщина уже побывала замужем или даже овдовела, то скорее всего, ей достаточно много лет, и калих это все-таки, ну, не девочка первоначально, не калень. Вы знаете, у меня сейчас тоже, ну, нет особенно времени, но я в связи со словом мясо, которое произошла замена, и оно заимствовано было, мясо для еды противопоставлено мясу как плоть, было заимствовано слово карна. И у меня есть архаическая версия саги про смерть Кухулина. И там употреблено слово «карна», которое вот старухи варят это мясо собаки и заставляют его есть. А в более поздней версии употреблено слово архаическое «фьоль», которое, наоборот, потом вернулось в язык. В современном ирландском же «фьоль» употребляется. И это у меня эти примеры там записаны, но мне интересно посмотреть, каким словом тогда я не обращала на это внимания, обозначались вот эти старухи. И есть ли в более архаической версии какое-то одно слово, а потом вот калих, это очень было бы интересно.
То есть я уже нашла, что в более поздней версии слово «калих» употреблено, и сейчас я посмотрю издание, наверное, есть это все Нину Вас, издание, которое делает, это сейчас другую сагу я показывала, другой текст, который выпускали в Майноте. Это маленькие такие книжечки, в которых текста мало, а очень много комментариев. И это у меня, это не тот Пиробрекрана, который переводила Нина Юрьевна, это другой совершенно Пиробрекран. Но вы его... это который я тоже переводила, он тоже в моем переводе издан. Нина, а где он издан? В сборнике работ кафедры. Мне кажется, я его на Академии Дуга вешала, не помню, может быть и нет. Он был, это был сборник, по-моему, второй работ кафедры древних языков. То есть я вот второй вариант я тоже переводила. Очень жаль, что это малоизвестно. Надо это где-то издать, чтобы это было широко. Вот, это «Смерть Кухулина» тоже. Это архаическая версия.